третьем бочонке 24 огурца. Ты задуматься не пытаешься? Внимательно читай вопрос задачи. Вопрос. Сколько грибов в третьем бочонке? Ответ читай, который ты написал. В третьем бочонке 24 огурца. Все нормально, да? Но если я написала тройку, они ее... Я тебя про тройку не спрашиваю, про цифры. Я спрашиваю, все нормально, тебя все устраивает? Да. Меня нет. Читай вопрос задачи, читай ответ. Мама, я не вижу, сколько грибов в третьем бочонке. Ты думай, когда ты читаешь-то. Сколько грибов в третьем бочонке? Читай ответ. В третьем бочонке 24 огурца. Ничего тебя не смущает? Что тут может смущать-то? Ничего не понятно, да? Нет, мне непонятно. Условия. Не устраивает. Вопрос, читай задачи. Сколько грибов в третьем бочонке? Еще раз. Сколько грибов в третьем бочонке? Угу. Теперь читай, что ты написала. В третьем бочонке 24 огурца. Теперь читай вопрос задачи. Сколько грибов в третьем бочонке? А теперь читай, что ты в ответе написала. В третьем бочонке 24 огурца. Все нормально, да? Условия все соблюдены? Да. Да. Ну не буду же написать 24 огурца, гриб 24. Мама! А ну убери камеру! Все нормально? Ты нашла ошибку? Да. Где? С огурцами. И кто из нас дебил? Не знаю. Не знаешь, да? Ты везде вместо грибов написала огурцы. Я знаю. 40 минут мы с тобой боремся. Какие 40? Все нормально, теперь мы нашли ошибку. Кто из нас дебил? Не знаю. Ясно. Свободно.